бытовой, почти карманный мини-бульдозер знаменитой фирмы CAT. Лучше всего подходит для своего хозяйства тем, у кого есть средства на его приобретение и нет времени и желания для постройки чего-то подобного своими руками. Самодельный полноприводной трайк Васюган своими руками. Шоу лоурайдеров – особой разновидности тюнингованных автомобилей, главной особенностью которых является максимально заниженная подвеска. Как правило, используются американские автомобили 40-х-70-х годов прошлого века с регулируемой по высоте подвеской, позволяющей кузову машины качаться вверх-вниз и даже подпрыгивать. Простейший самодельный трактор где-то в российской глубинке, из двигателя, от мотоблока, коробки, моста и колес, от Жигулей и рамы из профильного металла. Навозные бочки. Самый простой, компактный и в то же время быстрый электровелосипед с приводом от шуруповерта. Имея с собой запасную батарею, можно запросто добираться до работы на расстояние до 50 км и обратно. Японский дропнутый хэтчбэк. Не секрет, что мода на такие автомобили – это давно забытое старое, которому чуть более 60 лет. И возникла она даже не в Японии, туда лишь только перекочевала в новой форме и обличии. Современные погрузчики – это не просто погрузочно-разгрузочные машины. Это универсальная техника, которая умеет практически все. Не исключение – австралийский мини-погрузчик Kanga Loader, который может выполнять не менее десятка всевозможных работ. В Татарстане есть село, в котором через дом живут одни кулибины и самодельщики. Представляем мотороллер одного из таких, у которого установлен двигатель от мотоблока. Вот здесь вот сзади установлен аккумулятор. Старый.
уникальный самодельный мини-трактор с двигателем от стиральной машины Matec, трехступенчатой коробкой передач и задним ходом. Транспортировка гигантского экскаватора Коумацу в Нидерландах. Японские футуристические велосипеды со светомузыкальным тюнингом. И это лишь маленькая часть того многообразия, которое можно встретить в обвесе подростковых велосипедов в Японии. Лучшие моменты и эпизоды из жизни вездехода Шерп. По версии Top Gear, является лучшим вездеходом-амфибией на шинах сверхнизкого давления. Свое название получил в честь непальских горных проводников, сопровождающих альпинистов в Гималаях. В основе вездехода лежит конструкция изобретателя Алексея Горогашьяна из Санкт-Петербурга, разработанная им в конце 2000-х годов. Итальянский трактор Landini Velite 1935 года с нефтяным двигателем, воспламенение топлива в котором происходит в специальной калильной головке, колоризаторе. Перед запуском двигателя, колоризатор должен быть нагрет до высокой температуры, для чего используется электрическая спираль или горелка. В дальнейшем при работе двигателя, высокая температура калильной головки поддерживается за счет вспышек топлива в цилиндрах. Двигатель может работать на различных видах топлива – керосине, лигроине, дизельном топливе, сырой нефти, растительном масле. Немецкая трехколесная мотоколяска или мотороллер с кабиной Messerschmitt Car 200 1955 года. Был произведен на заводе Messerschmitt, который после Второй мировой войны, после запрета производства самолетов, был перепрофилирован на производство товаров широкого потребления. Несмотря на заявленную мощность всего в 9,9 лошадиных сил, максимальная скорость трайка превышала 90 км в час, что являлось следствием небольшого веса и низкого аэродинамического сопротивления. Немецкая бытовая мобильная циркулярная пила из 50-х годов прошлого века, которая активно применялась при заготовке дров прямо на месте вырубки.
Навесная резиновая метла для триммера, которая поможет вам качественно и быстро убрать не только грязь и мусор на любой территории, но и неглубокий снег любой степени влажности. Without destroying your grass. Look at that. Восьмизарядный автоматический арбалет-рогатка, сделанный по принципу пулемета Гатлинга, но только с резиновым приводом, со скорострельностью 760 выстрелов в минуту, что немного быстрее штурмовой винтовки М-16. So you can see the pattern of many 20-millimeter balls. Классная маска для снорклинга на все лицо с автоматическим клапаном для комфортного плавания под водой. С такой маской можно в полной мере насладиться видами подводного мира при отдыхе на морском побережье. Беговая дорожка для кошек, которая в плане здоровья будет незаменима для вашего питомца, живущего в ограниченном пространстве. Лестница для кошек, которая делает жизнь пушистых любимцев более активной и полноценной. Удобный секретный доступ к потайному пространству, который исключает необходимость установки всякого рода ручек и защелок. Изобретение, которое может вывести прогресс на совершенно новый уровень. В Китае создана ткань-невидимка, которая делает объект практически невидимым. Спасибо за просмотр, и если вам понравилось видео, ставим лайк и подписываемся на канал.